Уроженца Светлогорска задержали в Минске с 1 килограммом гашиша. В операции по изобличению наркодилера участвовали оперативники столичного УВД и бойцы ОМОНа. Как оказалось, мужчина привез в Минск очередную партию наркотика, но на этот раз был взят правоохранителями с поличным. В 2012 году его осудили за хранение психотропов, после чего 2 года он провел в заключении. Выйдя на свободу, наркодилер из Светлогорска взялся за старое, но теперь уже занялся распространением дурмана. За что задержаны? За наркотики с собой были. Сколько? Около килограмма гашиша. Для чего они предназначены вам? Для... Говорите-ка своими словами. Хотел сделать склад. Как рассказали в милиции, задержанный ввязался в опасную игру 2 недели назад. Зарегистрировался в интернет-магазине как новый дилер. Получил задание съездить в Санкт-Петербург за партией наркотика и сделать закладки в Минске и пригороде столицы. Сейчас ему грозит не менее 15 лет лишения свободы.